Современное время осознаний меняет все привычные пазлы нашей жизни. Время меняется однозначно. Для этого достаточно мне не верить на слова, а посмотреть на кучу новейших исследований, которые подтверждены разными учеными из разных стран, то, что совершенно меняется пространство, время, возможности, способности, органика, как следствие вся материя во Вселенной. На планете происходит новое проявление в организмах поведения людей. Я как практикующий психолог, психотерапевт и местами психиатр каждый день встречаюсь с людьми, каждый день. И вижу, что старые методы психотерапии и психологии не просто не помогают, уже начинают вредить. Именно поэтому я как, в первую очередь, специалист, ищу совсем другие методы, быстрые, точечные, конкретные, которые помогают людям сейчас справиться с этой всей непонятно чем происходящей в мире. Необходимость перемен в нашем сознании и в нашем восприятии сердца уже понятна всем давным-давно. Просто люди никак не могут сориентироваться, как выйти из этой пробуксовки и поехать по новому пути своей жизни. Поэтому сейчас крайнее обострение неврозов и панических атак. Вот каждый день, когда приходят люди на прием, это я не сказала, что я еще работаю в больнице, я психосоматологом там работаю с удовольствием. А почти каждый день есть люди с глубокой формой невроза, которые самостоятельно не умеют из нее выйти, не знают, они просто пробуксовывают. Современная психотерапия назначает кучу разных антидепрессантов, от новейших до старинных, и все. А методов, квантовых методов, естественно, еще никто нигде не преподает. Новый мир уже от человека просит меняться. Но как меняться, не знает никто. Он просит, в кавычках, то есть дает импульс развивать новые качества. Новые качества – это переходить на системное мышление или голограммное, или духовный ум называется, и сверхспособности. Сверхспособности – это всего лишь ваши природные способности. Это никакие не особенные вещи, которые присущи единицам. Сверхспособности сейчас распаковываются абсолютно у всех людей, которые остались жить в этом времени, в этом пространстве, еще ориентируясь на позицию ума.